Всем привет, меня зовут Илья Яшин, я глава муниципального округа Красносельский. За моей спиной дом 8, корпус 2, по верхней Красносельской улице. По отчету жилищника здесь еще в прошлом году якобы завершен плановый текущий ремонт подъездов. Они якобы находятся в идеальном состоянии. По просьбе жителей мы вместе с депутатом Котеночкиной сегодня проводим депутатскую проверку для того, чтобы посмотреть реальное состояние подъездов. Здравствуйте. 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 Два подъезда не сделали. Вообще. Вот здесь задние средства. Ну вот, собственно, да. Здесь, здесь шел ремонт. Здесь у нас такой зал спортивный зал. Ребята занимаются. Но это вот все в таком состоянии. Они здесь... А сколько времени? Год. Это год. Год с августа. Как еще здесь, да? Установка. Видите, щитки они поменяли. Ремонт. Щитки никто не менял, это с основания дома. Они должны быть из армированного стекла. Не, у нас. Да? Вот, смотри, вот армированное, да, вот. Ну, это не. Вот, смотрите, вот такие на, должны на петли. Вот доводчики не сделаны, да? В смете они есть, доводчики, а попав в мы не видим. Кто это доводчик? Вот. Вот здесь точно тараканы есть? Вот да, здесь есть тараканы. Вон они ползают. Вот тут у нас было много тараканов. Много-много. Вот они вот так вот. Вот, да. Вот тут вот все чуть-чуть поменяли. Это с постройки, как было сделано 40 лет назад. Вот. Вот это поменяно, так сказать, все. Насколько почему? С просьбой предоставить аналогичную смету по всем остальным подъездам. В том числе, да. Здесь там можно работать заменить? Нет, на одном единственном этаже. Я живу выше, я у них узнаю, почему вам поменяли. Да, даже... На всем доме не заменили. И никаких этих самых тут нету. Как же тараканы здесь? Как дом построили, так ни разу и не менять. У нас горят. Все же прогнившиеся деревья. Все перегорело. Это же все мои. Вон Илья тоже у нас. Смотри, какая самая. Они должны были вот эти окна менять, а потом почему-то бросили. Да, просто ушли куда-то все и все. Это называется дом, где закончен ремонт. Они... В каком состоянии? Это все наши. Это тоже сами ставили, да? Да, да, естественно, это наши двери, да. Потому что иначе бомжи, это же страшное дело. Ну, парковка. В этом шикарно отремонтированном подъезде даже свет. Это не сейчас. Видите, тот... Линолеум тут не поменяли в лифте. Нет, и вот стены крашеные, видите, как выборочно. Но если туда подняться, вот где-нибудь 14 этаж, то да-да, там вообще... Ну, сейчас летом-то реже, конечно, потому что тепло. А зимой, весной, осенью это просто катастрофа. Доходите дальше. Спасибо большое вам, Илья Валерьевич. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. В акте мы, собственно, перечислим все, что увидели, зафиксируем. Я его подпишу, Лена подпишет, и мы попросим вас тоже там. До последнего времени депутатом, который осуществлял контроль за ремонтом в этом доме, был представитель «Единой России». Но он просто закрывал глаза на все те безобразия, которые вот мы только что увидели своими глазами. Поэтому жители обратились в муниципалитет с просьбой, чтобы я взял эту ситуацию под контроль, а «Единоросса» они попросили отстранить. По итогам проверки мы составили акт, в котором зафиксировали абсолютно все нарушения. Теперь депутатский запрос за моей подписью будет направлен в прокуратуру, в Мосжилинспекцию, в управу и в жилищник, который, собственно, проводит работы в этих подъездах. Жители этого дома показывают хороший пример, как надо бороться за свои жилищные условия. Молодцы, мы будем им помогать.